с вами Алина, и вы на канале Алина Funny Girl. И сегодня у нас очередная распаковка бумажных сюрпризов. Из предыдущих коллекций, у нас есть коллекция Карандаш, Among Us и Пингвин. Как всегда, у нас есть новиночка, она называется Свинка Пеппа. Кто знает этот мультик, поставьте лайк. А по-английскому это будет Peppa Pig. Давайте возьмем с каждой коллекции по два пакетика. Из коллекции Карандаш, которой мы заканчиваем, возьмем эти пакетики. С коллекции Among Us. Давайте возьмем вот этого вот. И какого еще хочу. Вот такого вот. Так, отлаживаем наши пакетики. Дальше у нас пингвин. Давайте возьмем этого пингвина и этого нижнего хочу. Вот. Вот, отлаживаем. И наша новиночка — это свинка Пеппа. Давайте возьмем оранжевый пакетик и лаймовый пакетик. Отлаживаем. Вот наши пакетики. Видите, как много. Вот. Так. И наша первая коллекция — это карандаш. Давайте откроем наши пакетики. Два голубых. Вот. В предыдущих видео нам попадаются вот такие прикольные карандаши. Темно-розовый карандаш пиратка, оранжевый карандаш побольше, оранжевый карандаш поменьше, лаймовый карандаш, стирачка у него еще есть. Такой фиолетовый карандаш с большим носом. Вот такой зеленый карандаш, еще один лаймовый карандаш с кепкой зеленой. Коричневый карандаш с вот такой вот ручкой, он махает нам. Дальше есть вот такой вот бирюзовый карандашик. Вот такой бирюзовый карандашик с стеркой. Желтый карандашик. Такой, ну, вы поняли. Такой вот прикольный, миленький карандаш. Давайте посмотрим, что же нам сегодня попадется. Так, открываем и... Глядите, какой милый карандашик! Желтенький карандашик! Он тоже махает ручечкой. И у него есть стирачечка. Сейчас я принесу клея. Вот клея забыла положить. Вот, давайте приклеим нашего милого, прекрасного карандашика. Вот. У него есть и ручечки, и ножечки. Так, дальше у нас вот такой вот миленький, красненький карандашик, который у нас должен вот так вот быть, лежать. Вот, вот так он должен. Давайте приклеим его. Так, нашего красивого, милого, прекрасного карандашика. Вот так вот. Глядите, какие у нас милые карандашики сегодня попались. Давайте немножко поверх, вот сюда вот, чтобы он летал. Вот. И официально мы закончили эту прекрасную коллекцию. Пожалуйста, полюбуйтесь этой прекрасной коллекцией. Вот. Вау. И у нас коллекция Among Us. То есть скины в Among Us. В предыдущих видео нам попадаются вот такой вот, вот такие вот скины. Вот такой зеленый скин с тыквой. Вот такой полицейский с бирюзовым скином, фиолетовый скин с бананом и Пикачу, наш любимый. Есть у него хвостик и ушки. Так, давайте начнем с этого пакетика. Вот так вот. Вау, глядите, какой прикольный. И у нас наконец-то оранжевый скин, прям как наши поля. Вот, здесь еще такая вот у нее шапочка для сна, мне кажется, в сине-желтых цветах. Давайте приклеим его. Миленький скин.
специально мы начали второй ряд. Давайте посмотрим, что же нам попалось во втором пакетике. Давайте вот так вот. Я сделала сквозь, там мы ничего не затянем. Давайте аккуратненько. Вау! 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 Нам повезло! Нам второй скин подряд попался тоже оранжевый, прям как наше поле. Глядите, это вот с шариком. Такой типа стесняется. Вот так. Стесняется. Глядите, какой миленький скин у нас. Тоже оранжевый, только этот потемнее, а этот посветлее. И здесь еще тыковка тоже оранжевая. Давайте приклеим скорее же нашего оранжевого скина. Как же нам повезло. Блин, это прикольно. Вот, глядите. Вот так вот. Глядите, как прикольно. Мне еще так дают скотчиком. Немножко вот так прозрачно. И мы пролистываем эти странички. Дальше у нас коллекция пингвин. Так, берем наш пакетик. В предыдущем видео нам попадался вот такой пингвин на льду. Такой розовый пингвин, у него шапочка. У нее шапочка и пузико такое. Еще есть вот такой пингвин. Он серо-желтый. У него еще есть шапочка, тоже шапочка. Красно-голубая. Давайте посмотрим, что же нам сегодня попадется. Давайте вот этот пакетик хочу открыть. И это же, вы знаете, кто это? Я знаю. Глядите, кто это. Знаете, кто это? Это Пин из смешариков. У него такая шапочка. У него такой клюв. Он такой красивый. Это пингвин. Вот. Вот сюда. Он такой прикольный. Черно-белый, только я там серый нарисовала. Ничего. Он такой прикольный. Вот. Он такой милый, такой прикольный. Давайте посмотрим, что же нам попадется во втором пакетике. Ой. Опять есть наперекосяк. Ой, какой милашка, не могу, глядите. Какой миленький, у него даже глазки миленькие. Не могу просто. У него желтый оттенок и оранжевый. Он такой милашка. Идите просто на его глазки. Ну как такому пингвинчику не можно поставить, не можно подписаться за этого пингвинчика. Он же такой милашка. Давайте приклеим его скорее же. Этого пингвинчика, он такой миленький. О, боже мой. И дальше у нас наша новиночка. Это Свинка Пеппа. И у нас под номерами, видите, все под номерами и по именем. Вот. Давайте откроем наши пакетики. Эники-беники, или вареники, эники-беники, бац. Давайте возьмем оранжевый пакетик, прям как наш шеполь. Давайте посмотрим, что же у нас. Вау! И у нас вот такая вот девочка. Забыла уже, как ее зовут. Но давайте посмотрим, кто же это у нас под номером 10. Вот, это Зои. Давайте приклеим на ее поле. Вот у нас сюда ее. Зои. Дальше у нас зеленый пакетик. Приклеим. О, это Джордж. Где Джордж? Он под номером 4. Вот, это Джордж. Вот. Он со своей любимой игрушкой, с динозавром. Он король и игрушка король. Или королева, не знаю. Вот Джордж в наряде таком. Давайте приклеим его на 4-е поле. Вот. Так вот, он внизу. Я не понимаю, как может быть игрушка королем или королевой. Вообще смешно. Так придумала. Вот.
давайте закроем наш каталожечек. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все мои интересные видео. Всем пока, до скорых встреч!